Здравствуйте, 9 сентября, 8 лунный день, созвездие Сугара с элементом железа. День для достойного руководителя Ханой Тэша. Благоприятен обращаться к Буддам Бодхисаттам, советоваться с мудрецами, ламами. Благоприятен для исправления ошибок прошлого, вдохновления на положительные поступки, посвящения, исполнения желаемого, возведения священных объектов, освящения их, работы с деревом, устранение негативных проявлений. Ребенок, родившись в этот день, будет простым, добрым, отзывчивым, в глубине души будет обладать храбростью. День неблагоприятен для сватовства в дальнюю дорогу, принятия сана, переездов, ставить ребенка на ноги, передвигать войска, стрижка волос к удлинению жизни. Благоприятен для людей, родившихся в год, собаки, тигра, неблагоприятен годам, зайцы, курицы, мыши. На верхнем березке диважен дуани, дамджин дурлик для кузнецов, дынкур дуани, комбал дынкур спущены. Будьте достойными.